Әлбәттә, менә безнең ТНВ планета һәм ТНВ Татарстан каналларында, каналында иң яхшы редакция һәм иң җаваплы редакция дип әйтергә кирәк балалар редакциясен. Чөнки балалар редакциясендә эшләве икеләтә авыр һәм җаваплы бүлекендә. Алар аны кичкенәдән белеп үсә. Хәзер инде алар үзләре редактор, режиссерлар булдылар. Безнең әле бик күп режиссерларыбыз һәм шулай ук иҗат группасы килеп җитмәде. Чөнки алар хәзер тамаша шоу программасын чирәләр. Безнең яшьләр тукталышы Айзилә Бая. Айзилә безнең Ваня Шаев яшьләр тукталышын алып баралар. Әлбәттә, безнең төп максат шушы каналларга һәм булмай алганда татар телендә телевизион кадрлар әзерләү. Без үзебезнең максатыбызга ирешәбез дип уйлыйм, сез миңа килешәсезме? Чөнки менә сезнең алда бөтенесе дә бар. Һәм нәрсә әйтәсең дигән сорауларыбыз бар, юк беләбез. Ну, давайте я по-русски скажу. Мы считаем, что, конечно же, детский канал должен быть создан в рамках телекомпании ТНВ, потому что для нас это самый главный вопрос, это подготовка татароязычных кадров, которые у нас с детства сюда приходят. Я сам когда-то начинал на канале ВТРК «Татарстан» детской передачи «Пионерстан». Была такая программа, я там ее вел с 10 лет. Поэтому, если вот дети готовятся, потом у них есть все шансы войти во взрослое телевидение и заниматься любимым делом. Это первое. Второе, естественно, та база, которая сегодня существует, особенно база детей, ведущих, участников программы, которые с детьми будут на их языке разговаривать, она, конечно, позволяет нам надеяться, что этот контент будет интересен для детей тоже. Третье, это, безусловно, наличие преемственности позволяет надеяться, что мы в дальнейшем будем иметь возможность отправлять этих детей в университеты, учить их, потому что, вы знаете, сейчас образование практически все уже платное, высшее образование у нас сейчас. И мы намерены набрать собственную группу на факультете, на институте социологии массовых коммуникаций, для того, чтобы нам готовили специалистов на татарском языке, которые в дальнейшем будут работать, что называется, на всех каналах, которые сегодня аккумулируют в себе ТНВ. Главная задача канала поставлена президентом. Главная задача канала – это образовательная, безусловно, это образование. Поэтому главный наш партнер – это Министерство образования, вы об этом знаете. И главная задача канала – это образование, конечно, популяризация татарского языка, татарской культуры, татарской истории, обрядов и обычаев татарского народа. Вот это главная задача, которую мы должны реализовать через этот канал.